началом я искренне прошу подписаться на канал и поставить лайк. Приятного просмотра. Всем здорова, друзья, с вами Дэн. Продолжаем играть в Лего Индиана Джонс. Приключения продолжаются. Идем сразу на второй уровень, только нам бы его найти. Но я иду куда-то вот сюда. Тут нам нужен сразу ключ, поэтому берем Мэрион. Да, Мэрион, именно. И мы должны пустить ключ, забрать его и открыть ворота. Так, 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 хлобысь и заходим. Нас тут встречают. Ага, опять это мартышка. О, а, да-да-да, вот бочка. Да-да-да, помню, ее украли. А, да, и вот мы будем играть как раз-таки с Салахом, да? Да, Салах. Так, ну, да, вот эта локация, я ее прям помню. Так, ну здесь нам нужно будет просто перебить, как я понял. Ну, с лопатой мы это быстренько сделаем, потому что лопата это вообще прям оружие богов. Я еще и в первой части полюбил. О, нифига теперь сколько их. Че меня в центр кинуло? Я хочу туда. Да, и патроны я тоже могу отбивать. Так, мы быстренько их сейчас поколотим. Так, возьмем на всякий случай пистолет. Блин, что эти с саблями тут? Так, теперь нужно до верблюдов дойти. Так, окей, чел. Оп. Оп. А, и мне опять нужен этот. Ну-ка, если у меня вот лопата. Лопата, да, лопата на изи просто, опять же. А, вот теперь, да, вот эти с саблями пошли. И двое каких-то офицеров жестких прям. Они в этом, в черном своем обличье. А, все, я понял. Ну, да, это стандартно, типа, здесь уровни, в принципе, они построены по одной схеме. То есть, чуть попозже у нас будет босс, в принципе, логично, да? Так, давайте. Ну, можно, конечно, и вот так. Можно и вот так вот. Просто скидываем и побеждаем. И точнее, и последний. Мы его кидаем в машину. А, неплохо. Да блин, сколько у вас? Кстати, вот этих, да, я тоже помню. Так. А, ну тут, да, тут по стандарту, тут нам нужен пистолет, но пистолета у нас нет. Ой, так, это свой. Да, в принципе, я могу кинуть. Алло, парни, ну вы куда? Блин, я не хотел. А если вот так... Черт, ты вот вообще как-то не к месту. Может, их только с... А, да-да-да-да. Их только с саблями, я понял. Прикольно, вот это прикольно сделано. Так. Здесь просто вот так вот все делается. О, хороший, он его перехватил. Так, кинуть я не докину. Опять, если да, я не докидываю. Так, я вижу банан. Бананы собираем. Ой, фига, кстати, прям минимальное количество монет собрал. Ноль. У меня даже ключ. А, прикольно. Нужно по новой.
На лопаты ему. Так, давайте по-нормальному, пожалуйста, ключ. Так, только для чего и куда он? А, ну тут понятно, в принципе, все. Вау. Целая лестница. А, мне нужна будет сабля, да, чтобы с ними драться. Блин, а их саблю, жаль, нельзя взять, потому что она такая прикольная. Так, окей, пойдемте. А, вот первый кандидат. Так, отдавай саблю, спасибо. Ну и побежали с ними махаться. Запрыгиваем тут. А тут, а, у нас там и так сабли были. Так, да, это батуты у нас. Так, ну давайте помахаемся с ними. Лобысь и второй. Быстренько его тоже побеждаем. Он еще, кстати, откуда-то вторую саблю достал. И у нас катсцена. А, вот этот вот главный, да. Да-да-да, вот, мемы. Это еще давно, еще, да, вот про это был фар. На бананом. Так, ну, в принципе, вот и все, друзья. Я вам говорю, если вы здесь впервые, то можете подписаться на мой канал, поставить лайк, прокомментировать. А с вами был Дэн. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока-пока.